Друзья, подписываемся на канал и посмотрите, что мы здесь видим. Вот видите, газовая плита. И вот смотрим, как работает конус. Вот видите, конус вынимается. Смотрите, вынимается конус. И что это, друзья, обозначает? Это обозначает, что с нее газ будет легко, друзья, выходить. Вот как должно быть примерно вот здесь. Вот видите. Да тоже, наверное, вот видите, как конус болтается. Ну как она может не пропускать, друзья, газ? Мне кажется, легко может пропускать газ. Особенно это жесть, как говорят слово. Вот. Тут вообще... Хотя, конечно, сейчас даже как-то лучше стало, друзья. Подписывайтесь на канал, кто хочет такую электро отремонтировать.